В Мангыстауской области идет полным ходом подготовка к выборам депутатов Сената парламента. Представители предприятий энергетики, связи и государственных органов охраны общественной безопасности, а также департамента по чрезвычайным ситуациям ежедневно собираются для обсуждения организационных вопросов предстоящего политического события. От Мангыстауской области в качестве кандидатов в депутаты было выдвинуто 5 человек. Из них лишь 3 продолжают предвыборную кампанию и ведут агитационные мероприятия. Списки выборщиков уже опубликованы в местных СМИ. Ожидается, что кроме наблюдателей от политических партий, общественных объединений и СМИ, на выборах 1 октября будут присутствовать и международные наблюдатели. Выборы пройдут в здании университета, Каспийского университета имени Есенова. Мы можем сказать, что областная избирательная комиссия сейчас завершает полную подготовку к проведению выборов депутатов Сената парламента. Надеемся, что все пройдет нормально. Сейчас все организационно-технические мероприятия в основном закончились. Идут только конкретные детализации некоторых моментов.